Яркие, грациозные и талантливые. В этом году артисты ансамбля казахского танца «Димау» радовали своими выступлениями не только североказахстанского зрителя, но и эффектно заявили о себе на турецкой сцене. В этом году мы трижды побывали только в Турции, что очень приятно, работая с Тюрксоем. Это организация, которая работает со всеми артистами тюркского мира. Первое приглашение мы получили в Турцию на открытие «Бурса», Центр культуры 22 всего тюркского мира. А вот совершенно недавно приехали уже на закрытие. Большое спасибо акиму области и сказать руководителю управления культуры, что нашел возможность и отправил нас в такую дальнюю поездку. А между этими проектами «Адимау» показали себя на масштабных четвертых всемирных играх кочевников, которые стартовали в конце сентября этого года в турецком городе Изник. В этом году Турция передала свою эстафету, и следующие соревнования будут проходить в Азербайджане. И мы тоже получили приглашение и будем стараться попасть туда. В штате ансамбля казахского танца «Адимау», которому в этом году уже 20 лет, 16 артистов. Физическую усталость танцоры отбрасывают. Каждая такая поездка для них – вдохновение, новые знакомства и новые творческие открытия. 20-летняя Мария Пельзак в ансамбле уже более 5 лет. Девушка, как и все артисты ансамбля, надеется, что впереди ждут большие проекты и выступления. Проделана, конечно, огромная работа к подготовке к поездке. Также проделана огромная работа была и на самом фестивале. Мы чувствуем себя среди других коллективов уверенно. Нам, конечно, очень нравится. В дальнейшем мы планируем, конечно же, по приглашениям и также посетить другие страны, поучаствовать в фестивалях и в конкурсах. Впрочем, из каждой такой поездки ансамбль привозит новые идеи. Сегодня «Адимау» совместно с казахским оркестром филармонии готовится к показу детской сказки «Алдар Косе» на период зимних каникул. Анастасия Кузнецова, Казбек Арыкбаев, МТРК.